Хочу вас познакомить еще с одним интересным человеком, с которым я познакомился на Video People. Юрий Спасокукоцкий. У него есть также свой канал, так и называется, блог Юрия Спасокукоцкого. Вот он у меня здесь, видите, да, подписка оформлена. Человек, который, в принципе, всю свою жизнь посвятил спорту, ведет свой блог о спорте, о здоровом образе жизни, о питании, о диете, много рассказывает о тренировочных процессах, как для мужчин, так и для женщин. В принципе, рекомендую тоже к просмотру. Я подписан на этот канал вот уже на протяжении многого времени. В принципе, вы видите, да, что и Юра активно комментирует у меня под видео, и, соответственно, я тоже ставлю лайки ему, комментирую, захожу на его канал. Также тоже дружим мы и нашими группами, пабликами ВКонтакте. Часто делаем тоже репосты. Вот. Интересный человек. Был я у него дома. Встречались, записывали совместное видео. Оставлю тоже ссылочку в описании здесь и на его канал, и на это видео. Ну, не знаю, мне нравится. Он делает часто трансляции прямые. Активно общается и комментирует все свои видео. То есть человек такой спортивный, накачанный. Много чему хорошего может научить. Вот. Поэтому рекомендую вам к просмотром. Всем привет, дорогие друзья! С вами Сергей Симонов, и вы на канале Добра и Позитива. Сегодня немножко будем делать такой ролик оздоровительный, да, поговорим немножко сегодня о своем здоровье, о своем теле. Мне мои друзья, за что им огромное спасибо, Сереже и Татьяне из Израиля, у которых мы тоже много раз были, кстати, им огромный привет, получили посылку недавно, в которой нам прислали грязи мертвого моря. Короче говоря, ребят, ролик будет смешной. Советую запастись терпением, налить себе чайка, кофейка и досмотреть его до конца. Сейчас я вам расскажу о том, что в моих руках находится. Расскажу, как мы это будем сегодня использовать. Я бы вам не рекомендовал, конечно, это повторять в домашних условиях, потому что грязи будет много. Перед тем, как нанести грязи мертвого моря, их желательно на солнышке погреть, чтобы они были не холодные, а такой, скажем так, температуры улицы, да? Буквально 10-15 минут бросить на солнце на камни. Если у вас есть возможность сделать это на море, вообще замечательно. Ну, все-таки соленая вода, это будет просто эффект намного выше, чем, например, в домашних условиях. Хотя грязи можно, в принципе, и дома наносить, там, перед душем, кроме лица, да, то есть, в принципе, можно намазать жирным слоем все тело, ну, реально будет неудобно, конечно, и грязи будет в квартире предостаточно. Чем славится именно грязь мертвого моря, я вам скажу честно, что здесь много реально всех минералов, полезных веществ, которые содержатся в солях и воде мертвого моря. Во-первых, это самая низкая точка вообще на Земле, да, то есть она ниже уровня мирового океана находится, да. Мы там несколько раз были, в принципе, я тоже, наверное, оставлю ссылку в описании под этим видео, да, с мертвого моря. Много оттуда роликов есть, посмотрите, зайдите. Вот, пока наша грязь нагревается, в принципе, я рекомендую поплавать в море, чтобы тело было мокрое перед тем, как нанести грязь. Так она будет лучше как бы ложиться, и мне кажется, эффект от нее тоже будет намного лучше и выше. Так, я окунулся. Тело должно быть мокрое, как я уже сказал. Наша грязь уже практически нагрелась, тепленькая такая, даже можно сказать, что горячая. Вот такого пакета реально хватает на две процедуры, либо на двух человек. То есть, опять же, если вы пойдете на море, возьмите с собой либо маленький ножичек, либо какой-нибудь что-нибудь типа ножниц, да, почему? Потому что вот эту штуку вы не откроете, это реально очень такой тугой пакет, маленький секрет, чтобы это отрезать, реально нужны ножницы. Итак, мы ножнички тоже взяли. Надрезаем все это дело. Красиво. Тут написано, что в принципе можно разогревать микроволновки. Но я бы вам этого не советовал делать. Мне кажется, это будет неправильно. Ну вот, в принципе, мы отрезали. Видите, по консистенции она вот такого вот вида. Вот, не знаю, если видно. Во. Грязи мертвого моря. Сейчас будем пугать местных жителей. Приступаем к самому интересному. Видите, она такая густая. О. Ну тут написано, что нужно ее использовать именно вот в таком вот в густом виде, да? О, мои татуировочки сейчас все спрячем.
в принципе, кто как говорит. Говорят, что можно наносить на проблемные места, типа вот там суставов, там каких-то вот таких больных зон, да, локти. Очень хорошо, в принципе, для лечения псориаза. Но это Вика еще попозже расскажет. Посмотри, она как клей, да? Вообще-то надо тебе намочиться побольше, ты уже высох. Так вот я намочился, уже высох. Надо, в принципе, это быстро делать. Правильно Вика говорит. И что еще хочу сказать, то что вот когда вы нанесете все это дело, Вика сейчас что-то покажет, ты же сам себе спину не помажь. Вика взяла, в принципе, одноразовые перчатки медицинские, обычные такие. И чтобы не испачкаться, соответственно, можно намазать в перчатках просто все это дело. Мы когда были в Израиле, я вот ролик оставлю в описании, посмотрите, там вообще так, так смешно наблюдать, там все ходят такие измазанные, все друг друга снимают, там реально. Здесь, конечно, я буду сейчас казаться каким-то ненормальным человеком, потому что вот я не представляю, как это можно сделать дома, например, в домашних условиях, да? Вы там измажете не только ванну всю с туалетом, но и всю одежду, и все, что с этим связано, да? Местные уже смотрят на меня как на ненормального, скажут, вообще чувак пришел весь в татуировках, измазался грязью, его еще стоят, снимают на камеру. Ну, искусство требует жертв, и красота требует жертв. Вот, вспомнил, что хотел сказать. Ну, вот, в принципе, видите, я вот измазался, но спину я не могу намазать. Поэтому мне сейчас Вика намажет, у нее специальная перчатка есть. Посмотрите, как уже это будет выглядеть в полном виде. Ну что, вот я и намазался грязью. Теперь засекаем 20 минут, чтобы вся вот эта грязь, она реально покрылась корочкой такой, да, чтобы уже вот как бы трескаться стало, да. Вы поймете, когда у вас уже все тело стянуто. В принципе, лицо не рекомендуют мазать, но я для полноты эксперимента все-таки думаю, надо помазать, правильно? Где наша не пробовала? Я думаю, что нужно попробовать все на себе. Сейчас Виктория еще добавит пару слов. В аннотации к этой грязи, да и вообще к грязи Мертвого моря, так как они содержат очень много, большое количество минералов Мертвого моря, это 40 и более, то чаще всего его и используют в лечении заболеваний кожи и суставов. Поэтому в применении написано наносить на суставы и наносить на те зоны, именно которые подвержены поражению, в том числе как бы и псориаз. Вы все прекрасно знаете, что курортная зона лечения псориаза – это Мертвое море. Почему именно Мертвое море? Потому что эта соль, концентрация, она способствует эксфолиации, то есть чищению чешуек с больных зон. И тем самым зоны регенерируют. И ранки эти псориазные, они как бы вот язвочки эти, они заживают. Поэтому наносите на чувствительные зоны не рекомендуется, потому что это соль, это будет щипать. А потом ее, учитывая, что надо смывать, а смывать ее лучше надо мертвой, морской водой, а лучше водой Мертвого моря. Ну да, многие говорят, там, наверняка вы тоже напишите в комментариях, что типа эффект будет низкий, если это делать, например, не на Мертвом море, а на обычном море или в ванной. Ну, тем не менее, хуже не будет. Нет такой возможности, к примеру, часто летать в Израиль, поэтому вот нам друзья вот прислали эту грязь. Будем вот на свежем воздухе. Народ уже оборачивается. Мне, конечно, я выгляжу, наверное, смешно. Напишите в комментариях, как это смотрит со стороны. Скажет, наверное, совсем Симонов отъехал. Ну, что? А по вкусу грязь соленая. Ну, на вкус я не пробовал уже точно. Это, Вик, может, ты попробуешь. Это я знаю, она соленая. Да? Ну, не знаю. Мы вот были когда в Израиле и на Мертвом море. Там, конечно, атмосфера совершенно другая. Там воздух другой. То есть там дышится как-то по-другому. То есть там высыпаешься, там больше энергии, не знаю, там какое-то уникальное место. Там 400 метров ниже уровня моря, да. И плюс еще к этому никогда ультрафиолетом не обожгешься, да. Потому что ниже находишься. Кстати, да, там можно даже не мазаться кремом от загаров, не произойдет обгорание. И когда вы еще купаетесь в бассейне с мертвой водой, она подогрета до 30 градусов, это еще лучше способствует эксфолиации, обновлению кожи. Да. Все чешуйки счищаются, кожа становится
нежная-нежная. А почему именно нельзя наносить на лицо? Потому что на лице поры более выражены, бывают высыпания, а грязь все-таки есть грязь, кроме минералов, там еще содержится микрофлора определенная, поэтому нежелательно. И для лица там специально есть пакетики для грязи, поэтому эту грязь вот в больших пакетах лучше не наносить. Та, которая более очищена, она и стоит дороже, она предназначена для именно лечения акне. Но там прям написано на пакетиках, они маленькие, что можно использовать для лица. Ну и, конечно, в таком виде лучше не ходить по улицам, не ездить в транспорте, в общественном. Вот, не ходить в какие-то такие общественные места. Кофе попить. Да, а то, знаете, как забылся, да, пошел в кафе, сел, там народ разбежится весь. Это я говорю, в Израиле, там, когда были тоже на Мертвом море, там реально все ходят в халатах по улицам, да, на Мертвом море. Те, кто были, вот подтвердят это. И там вот попадая туда, то есть ты идешь по улице, там автобусная остановка, и на автобусной остановке все стоят в халатах. Или там в такой вот, ну, в таком примерном виде, да. И, конечно, это первое время, там возникает там какой-то смех, как-то неудобно. А потом ты понимаешь, что ты такой же, как они. На следующий день точно так же одеваешь халат, идешь, так же грязи, мажешься и все остальное. Ну и, конечно, ощущения от Мертвого моря лично у меня остались очень такие, ну, позитивные, положительные, потому что реально это здравница, да, то есть много есть мест в Израиле, которые действительно уникальны. Это и Хамад-Гадер, это сероводородные и, да, сероводородные, то есть, ну, у меня очень много роликов, посмотрите, ребят, с Израилем, мы там несколько лет подряд отдыхали, нам очень нравится, и были на Красном море, в Эйлате были, там первый раз я погрузился с аквалангом, тоже есть ролик на эту тему. И еще я хотела добавить по поводу воды Мертвого моря. Она до такой степени плотная, что люди в ней газеты читают. Да. И есть тоже фотография такая у Сергея. Ну, и почему именно здравница? Потому что максимально можно, вы сами почувствуете или почувствовали, что на пятый день вы сами будете ощущать, что купаясь в воде Мертвого моря, кожу на пятый день будет немножко сжечь. Вот это говорит о том, что нежелательно уже плавать, потому что кожа отшелушилась, она уже обновилась, свежий слой появился. А вот те люди, у кого проблемы псориаз и проблемы с кожными заболеваниями, которых туда специально направляют, конечно, им как минимум надо там находиться 2 недели. Ну да. Минимум, чтобы получить хороший эффект лечения. Вот. Ну что ж, еще ждем, наверное, минут несколько и будем смываться. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. Сейчас немножко народ попугаем и пойдем уже смываться. Потому что на самом деле, видите, вот то, что я и говорил, кожа как бы трескается, да? Видите? То есть она вот такими вот кусочками прям обваливается. И реально уже тянет, конечно. Сейчас я прям хочу нырнуть. Вот, немножко проплыть, чтобы она немножко отскочила как бы от меня. Смоемся. И я потом скажу свои ощущения вот кожи после такой процедуры. Как она? Идем куда мы с тобой? Давай на понтон пойдем. На понтон. Вода какая прозрачная, теплая. Кстати, да, не забудьте подписаться на канал Юрия Спаса Кукотского, моего кореша. Он тоже занимается спортом активно, ведет здоровый образ жизни и хороший пацан был, я у него в гостях, реальный подгон тебе, Юра. И своим подписчикам хочу сказать, что он плохого не посоветует реально, потому что показывает там упражнения для пресса классные и показывает много разного всего интересного и полезного в плане диеты, спортивного питания. Просто обратите внимание на его канал, ссылку тоже оставлю в описании. Ну что, дорогие друзья, все, короче, идем смываться, грязь наша высохла. Огромный привет Израилю. Так, как там на иврите-то? Хаваля-лязман. Мицуян, прекрасно. Мицуян. А хаваля-лязман — это жаль потерянного времени. Это Вика неправильно сказала. Не говорите. Ищу беседу. Ой! Какая красота. Ну вот, всю воду взбаламутил. Грязью своей. Рыбка приплыла золотая. Ой, хорошо такая. Стеша. Чтоб я так жил на пенсии. А?
Черногорцы кажут пензи. Ой, красота. Короче говоря, наверное, я еще не до конца смылся, но ощущение кожи такое, знаете, бархатистый такой вот, не знаю, даже можно сказать, что такой приятный, мягкий такой вот, такие ощущения, даже не знаю, как маслянистые, что ли. Наверное, еще надо будет помыться мочалкой, а может быть и не надо, не знаю. Но мертвая вода, она тоже маслянистая, она же плотная, поэтому это наоборот хорошо. Чувствую себя как-то хорошо так, легко. Наверное, если это делать регулярно, может, вообще будет классно все. Вот. Всем, короче, добра и позитива. Из грязи к грязи.